Чего тебе, шериф? Я ищу дровосека. Ну, здесь его нет. Так можешь валить. Слушай, я не собираюсь спрашивать, где он сейчас. Ясно? Просто скажи, когда он был здесь последний раз, и все. Кто? Я сама милота. Так что давай еще раз. Его не было уже несколько недель. Нет, возможно. Я не знаю. Ну да, его здесь уже давненько не было. Да и был ли он здесь вообще, я не знаю. А он говорит тебе, когда закрывать бар? Нет. И он не говорит мне, когда сказать тебе «иди нахуй». Черт. Вы сейчас играете? Не. Если вы не играете, тогда не против, если я... Это, наверное, ты, Холли. Так, кто такой ДС? Без понятия. Потому что это также первая буква имени. Дровосек. Да, поняла. Это чье? Того, кто ушел. Ну все, хватит. Просто скажи, где он. Я же сказала, не знаю. Таких уносят с собой. Да, это называется рекламой. Получи возмещение. Да пошел ты. Слухи быстро расползаются. Дай-ка помогу тебе с загадкой. Это маринованные яйца. Я знаю, что это. Я просто пытаюсь понять, как кто-нибудь может их есть. Здесь много свободных стульев. Проблемы, дружище? Ты мне не нравишься, а теперь ты сидишь рядом со мной. Попроси меня пересесть. Будешь что-то заказывать? Или ты пришел доставать моих клиентов? Ты понимаешь, о чем я? Дай мне Midas Gold. Лимон нужен? Конечно. Думаю, в баре вниз по улице он есть. Думаешь, смешно? Да, пиздец, как смешно. Неплохая шутка. Это серьезно, Холли. Укрывая преступника, ты можешь попасть в такие же неприятности, как и он. Можешь все потерять.
Холли, у тебя кончились бумажные... Просто сядешь, даже не сказав привет. Мы с тобой ругаемся уже несколько сотен лет. Я устал драться. Я тоже, дровосек. Тебе повезло. Я решил пересесть. Я просто хочу поговорить. Вовсе не обязательно грубить. Может, он не хочет с тобой говорить? Почему бы не дать ему слово? Все хорошо, Грэн. Забавно. Еще минуту назад, похоже, никто не знал, кто ты такой. Ага. Ну, тебя-то все знают. Большой и страшный серый волк. Теперь я плохой парень, а ты шериф. Что не так с этим миром, блин? Я тоже не очень уютно себя чувствую. Но играй тем, что у тебя на руках. Ну, некоторые парни вынуждены играть с дерьмом. Какая метафора? Ты хочешь узнать про девчонку? Ну да, кроме всего прочего. Я ходил мимо ее дома несколько недель. Она этого не показывала, но у нее были деньги, и я был уверен. И она не смогла бы сопротивляться. Я собирался ограбить ее. И в ту ночь, когда я наконец решился, там был ты. Неприятности преследуют меня. Ты просто оказался не в том месте, не в то время. Да ладно. Ты собирался ограбить ее? Да. Ее и ее бабушку. Бабушку? Погоди, ты о чем вообще? Красная шапочка. Ее бабушка. Я собирался их ограбить, и когда я вошел, там уже был ты, лежащий в кровати. Я спас ее только потому, что надеялся на вознаграждение, а она не дала ничего. За исключением кучки людей, принимавших меня за Хершту. Я притворялся сколько мог. Единственное, что мне перепало, это бесплатная выпивка каждый день. Хоть на этом спасибо. Это ты убил Веру? Что? Веры? Кто? Девушка, это? Которую ты избил этим утром. Нет, 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 я был здесь, клянусь. Выглядит нехорошо, когда девушку после избиения находят мертвой. Она мертва? Бигби, послушай, я тот еще хуерыга, да, я знаю. Я ударил эту девчонку, да, не должен был, но я не убивал ее. Ты же веришь мне, да? Они же вздернут меня, как ты и сказал. Это пиздец как плохо, очень плохо. Но я не виновен. Он был здесь. Это гребаная правда, шериф. Понимаешь? Бигби, пожалуйста, ты не можешь, они бросят меня в ведьмин колодец. Именно это они и сделают, но я же этого не делал, ты это знаешь. Эй, прекрати, я не этого хочу. Да заткни ебало, дровосек. Все дело не в тебе. Дело в этой гребаной собачке. Приходит, вынюхивает здесь только когда богатым ублюдкам из Вудлинса нужно замести следы. Не так ли, Бигби? Все не так. Есть проблема с тем, как все идет, я это знаю. Но это не имеет отношения к тому, что сейчас происходит. Сестра Холли пропала, и всем насрать. Бумажки, комнаты ожидания, и еще эта сучка Снежка, которая не смотрит в глаза, а потом выставляет за гребаную дверь. Не советую так ее называть. Это случалось раньше и плохо заканчивалось. А я и не знал, что ты сучка этой сучки. Ох, ладно.
Зря ты не ушел, когда еще мог. Да ладно, ты пугаешь даму. Обо мне не беспокойся. Хватит! Черт. Не похоже, что ты собирался заплатить. Даже не думай об этом. Это со мной и сделают, если я позволю тебе повязать меня. Если побежишь, будет хуже. Поверь мне. Итак, у меня есть сотни баксов для того, кто расскажет мне что-нибудь о девчонке по имени... Бля! Ты сказал, что не будешь меня бить! Ты сказал, что не побежишь. Черт. Чувак весь в крови, и ты дашь ему уйти? Тебя не спрашивали. А! Ну же, ты арестован. Я этого не делал! Тогда тебе не о чем беспокоиться.
что-то выкинешь, и я сброшу тебя в ведьмин колодец. Ладно. У нас есть нечто особенное. Кто еще в этом замешан? Девушка с накидкой. Серийный маньяк. О боже. Серийный маньяк! Боже, и он один из нас! Погоди, тот жердяй все еще бродит по улице?